Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 726. События дня. Иисус Навин 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот поясню немножко за 8 декабря 2017 года. Да не отходит, то есть она должна быть, не написано, достань эту книгу. Здесь с такой уверенностью говорит, что она должна быть, то есть и так понятно, что Господь часто спрашивал и говорит, как считаешь? Православных-то нельзя спросить, как считаешь? Никак не считаю. Тысячелетия Руси, и ни одного Евангелия в народе не было практически. Перевод на русский язык в 1876 году, только и то, с какими трудностями. Самое большое препятствие творили митрополиты. Я много лет искал причину. Ну почему? Они же были верующие. А оказывается, на Александра I так давили они. А, это масоны, они, библейское общество. Да масоны выходят, заботятся о спасении души, а вы не заботитесь. И сказал Филарет там, если царь будет Библия переведена на русский язык, к народу попадет, сразу будет революция. Ой-ой-ой. То есть, если прямо сказать, закон Божий в руки дать, да не в руки, а закон от уст твоих. Ну, я считаю, это как? А так, что ты считаешь, вслух считай, другим говори. Вот от уст твоих это говорит о побуждении всех до единого на благовестие. Не благовествовали, вот оно, мусульманство, сектантство, ереси, все только отсюда идет. Почему? Засева не было, бурьяны растет. Тут толковать вообще ничего нету. А сегодня как? Попы, только это не важно, там, какие эпитемии, это не важно, эпитемия, да зачем она? Крестить, да зачем, а только форма. Воды нету, нам и песком разрешается. То есть песком глаза засыпали людям, беззаконники. Лютые волки, не щадящие стады. И говорить будут превратно. А зачем? Чтобы увлечь учеников за собой, чтобы покупали что-то там, а Софрина еще больше и больше будет расширять свои пределы производства. Еще только не придумают. В разных вариациях. Кресты с украшениями. Ну какой крест украшения-то, когда на нем Христос. Все обман. Документальный фильм «Реформация 500» протестантам. Советую посмотреть. Протестанты недовольны этим фильмом оказались. Это говорится, как люди уверовали в Бога и стали протестантами, потому что у них проповедуется. А потом Бог открыл им истину, и они стали православными. То есть необычный подход. Это поставили, как мне говорят люди, к которым я не расположен. Вижу, как они действуют, но неправильно. А фильм поставили, а фильм одобряю. Я молюсь за них, Господи, благослови их там всех, кто создал это. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, мир дому вашему. Игнатий Тихонович, дорогой мой, помолитесь с братьями пред Господом Богом нашим Иисусом Христом о младенце Арсении. Наверное, внуки написал почему-то внучке нашей. Сейчас в больнице в Москве. Спаси Христос. Мы объявили, помолились. Малыш Роман, мир вам. Прошу помолиться об Александре. Это мой друг детства. Вы с ним знакомы по скайпу от Надежды Васильевны. Он смотрит ваши ролики постоянно. Сейчас лежит на операционном столе. Сломал ногу, перелом сложный. Это уже вторая операция. Спаси, Господи. Ну, стали молиться. Ну, я ему пишу. Становись со мной на молитву. Помоги. Сразу все бросил. Ну, за лестовку. Вот она у нас здесь. Это щетки. Вот показать даже как. Малыш Роман. Да становлюсь со вчерашнего дня. А потом говорит. Дальше тут еще будет. Что операция прошла успешно. И везде сообщают. Господь услышал. Евтушенко Сергей. Папа Римский предложил поменять текст главной христианской молитвы. По мнению понтифика,
В переводе «Отче наш» на современном языке есть фраза, которую верующие могут понять неправильно, заметьте. А могут понять неправильно. 2000 лет могут, где же вы раньше-то были? Могут понять. А могут и не понять, никто так и не понимает. То есть надо исказить что-то. Какую-то воткнуть занозу в мозги людям, чтобы они не верили переводу. Перевод неправильно сделан, что-то не так. А папа знает, бритый масон. Им легко разрешается. А почему масон? Разрешен официально вступать. Почему ему не быть масоном-то? Не по нему, где он? Сразу убрали и все. А теперь Франциск другой. А где Бенедикт? Почему его убрали? Он живой? Мы были в Риме, в Ватикане, и я подарил обоим папам книги. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Строку «И не введи нас в искушение». А тут понятно, что на что они покушаются, вот это теперь надо разобраться. Почему они решили под удар поставить это слово «не введи нас во искушение»? Я думаю, это не случайно. Никак не может быть случайным. Это не те люди. Франциск хочет заменить на «позволь нам не позволь нам поддаться искушению». О! Как язык-то повернется? Это в литургии везде считается. И мы будем сейчас «не позволь нам поддаться искушению». То есть папу слушать. Это искушение. Текст молитвы на языке оригинала к настоящему времени утрачен. Утрачен. Да как нет? Когда на иврите было написано-то. И Матфея это как раз и есть. И тоже обман. Папа-то Писание-то не знает, оказывается. Историю не знает. В Писании говорится, что Иисус произнес эти слова перед учениками на галилейском диалекте арамейского языка. Галилейском диалекте арамейского. Все знали на арамейском. Нет, галилейском диалекте. Ну, это-то откуда ты бы знал? Ну, окает там, допустим, ивановские. Ну, как это отразить на письме-то? Нигде ни одной строчки нету. Обман. Я только вот здесь уже вижу, сколько обманов. Самый древний вариант «Отче наш» известен нам только в переводе на греческий. Тоже неправда. На арамейском, относящемся к 136 году. А кроме того-то, эти молитвы-то считали святые отцы и толковали только так. «Не веди нас в искушение». Да что, Бог вводит в искушение? Ну да. А что вы так удивляетесь-то? Я сейчас пояснять буду папе-то. Он мальчишка, он ничего не знает, выходит. Папа же считает, что он не идеален, греческий, поскольку верующие могут решить, что в искушение людей вводит Бог. Могут решить. И он заботится людям принести. Какие изменения вводит-то? Вообще даже подумаешь, они за них, за гомосексуалистов своих попов, сколько храмов продали. Речь шла о миллиардах долларов в Америке. Вот чем пусть занимается. Я пишу в ответ. Папа, слушай внимательно. Тоже мне папа. Искушение двух родов. От Бога болезни и гонения. И остальные от нас самих, от дьявола. Хорошо запомнить. От Бога искушение – это болезни и гонения. Все. А остальные от нас самих, от дьявола. Бог, говорит, не искушается злом. 1 Петра 4:12. Возлюбленное огненного искушения для испытания вам посылаемого. Кем посылаемого? Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Евреям 2:17. Ибо как сам он претерпел, был искушен. Как искушен? То может и искушаемым помочь. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Вот грех – это искушение, там, прелюбодеяние, сребролюбие, обман, и вот это что, церкви, нечистые свечи – это искушает Господь. То, что не крестят песком – вот кто вводит в искушение. Лютые волки. Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих. Говорит превратно, все превратно извратили. Почему венцы на голову не надевают? Венчания-то никакого нет, обманщики. Бережет венец, чтобы не запачкали. Я уж спрашивал, сколько, не могут ответить. А уже вошло в это чудовищный обман. Венчание называется, а венки на голову нет. И придумали, люди сзади идут, держат.
И а люди-то ничего не знают, приходят, их и венчать не надо. Она у нее пятая, десятая Танька. Первая Маковейская, 2.52. Авраам, не в искушении ли найден был верным? Ну, искушение-то ему кто дал? Авраам в искушении. Не в искушении ли был верным? Да. Это вменилось ему в праведность, потому что он выдержал Божье искушение. Он сказал, принеси сына. Кто? Дьявол ему разве говорил-то? Папа этого не знает. Не считал те места, которые я считаю. Премудрость Соломона 18.20. Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев. Какое искушение? От кого? Господь их убивал, искушение. Матфея 7.13.14. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вот и ответ. Теперь слушайте внимательно. Блаженный Феофилакт, кавычки открыты, узкими вратами называет искушения, как произвольные, например, пост, бдение, вольную нищету, странничество и другие, так и непроизвольные, каковы узы, гонения, лишение имения, славы детей, болезнь, значит, узы, гонения, болезнь, раны и прочее, что Иов и не хотел, не хотя претерпел. Вот, первое и второе, два. Как человек тучный или с большой ношей не может пройти узким местом, так и сластолюбивый или богатый, а идут широким путем. Евангелие от Луки 11.4 толкует Феофилакт, научает просить хлеба только насущного, то есть полезного для нашего существования и для поддержания жизни, отнюдь не лишнего, но необходимого. Не входить в искушение значит не порываться на искушение. То, что Бог удержал, чтобы нам не порываться. Ибо нам должно молить Бога не о том, чтобы Он наслал нас искушение, но о том, чтобы отвратил оное. А если постигнет, ну, заболел, парализован, лежишь, должно с мужеством переносить оное. Нужно сказать, что искушение два вида. Одни произвольно, например, пьянство, убийство, прелюбодеяние и прочие страсти. Ибо сим искушением мы сами подпадаем произвольно. Другие искушения невольные, коим подвергают нас владыки и сильные. От произвольных-то искушений, то есть от страстей, нам должно убегать, молиться об избавлении от них и говорить, не веди нас, то есть не попусти нам впасть в искушение, то есть, поясняется, то есть произвольную страсть, но избавь нас от лукавого, ибо он наводит невольные и вольные искушения. Поэтому, когда ты невольно терпишь искушение от человека, не человека, то считай виновником твоего искушения, но лукавого. Ибо он наущает человека яриться на тебя и неистовствовать. Если некоторые падают, тогда как мы остаемся без искушений, то сие не должно служить для нас поводом к совершенной беззаботливости. Будто бы мы остаемся без искушений, потому что праведны. А напротив, мы должны более вразумляться. Потому они наказываются, чтобы мы улучшились. Если же мы не справимся, то горе наше будет больше. Знаю, что два вида искушений, и что некоторый долг молиться о невпадении в искушение, разумеет об искушении, побеждающем душу, например, об искушении блуда, искушении гнева. А всякую радость должен иметь тогда, когда подвергаемся телесным болезням и искушениям. Телесные болезни и гонения – все. Раны наносят все. Так что перевод на русский язык верный, тем более перевод русский наилучший в мире – повторяю, самый лучший в мире за 140 лет. И, несомненно, так понимали святые отцы. Роман Фроликов Николаевич. Существует такой обман лукавого, когда говорят, что якобы Евангелие уже проповедано везде и всем. Я сам, и многие люди свидетели этой лжи. Люди знают Иисуса Христа, слава Ему, как историческую личность, и что христиане называют Его Богом, Сыном Божиим, хвала Ему. Вот это хвала Ему, слава Ему, это Он взял от мусульман. Да и хорошо получается-то. Но большинство даже православных людей не знают Его как Искупителя, благодарение Ему. Хвала Ему, слава Ему. Смотрите, моего наказания вечным мучительным адом за мой грех.
Я и сам об этом узнал только от Игнатия Тихоновича года 3 назад. Хотя я читаю Евангелие и другие книги Библии уже лет 5-6. А до этого еще лет 5 ходил в православные храмы на богослужения. Недавно я спросил человека, который 2 месяца жил при храме и работал дворником при храме, «Знаешь ли ты, чем мусульманство отличается от христианства?» А он жил в мусульманской республике. Он ответил, что не знает. Я его спросил, читал ли он Евангелие? Он ответил, что священник храма, где он живет и посещает каждый день богослужения, дал ему молитвослов, и все. Человек каждый день ходит на богослужение и ничего не знает. После этого я подарил ему книгу «Святое Евангелие» и рассказал об искупительной жертве Иисуса Христа, слава ему, за мой грех. Ну, Роман, он у нас был здесь, в Потеряевке. Дорогой Игнатий Тихонович, тут пишет один, Тетюшев, сказал ОРПЦЗ МП, что это тогда каноническая ошибка или что-то другое. Что он сказал-то? «Верю и верую, что Христос никогда не оставит вас и вашу общину, а значит, поддержит и нас, всем сердцем полюбивших ваши общины, прежде всего за истинную православную веру в делах, рассуждениях и в молитве. Очень жаль, что, имея у себя ваши труды, патриарх Кирилл до сих пор их не прочел. Вот, пожалуйста. И Путин не прочел, а видели в его библиотеке наши книги. Уверен, что и у него до сих пор все было бы иначе, как иначе стало со всеми нами, кто познакомился с вашими общинами, братьями и сестрами, вашими друзьями и близкими. Думаю, что к этому имеет определенное отношение его ближайшее окружение, патриаршее. Помоги им всем и вразуми их, Господи. Спаси, Христос, с уважением и любовью к вашим общинам и также к истинному пастырю, отцу Иакиму, и к вам, нашему апостолу, о, как еще навеличал, и нашей совести пенсионер Александр Тетюшев, город Бугуруслан, Оренбургская область. А тут поступили известия, что у нас знакомая одна была, она не член общины, но верующая и верующая. И мать заповедовала ей кремировать ее, когда умрет. Так и получилось. Говорят, я по слуху говорю, еще не справлялся. Ну, почему мать заповедовала? Да мало что она говорила, мать-то. Но она говорила, заповедь дала тебе, не верь в Бога, уйди в секты, и ты выполнять будешь. Иоанн Златоуст говорит, Ирод бы лучше нарушил клятву, чем убивать пророка. Я отвечаю, 84 раза говорится о похоронах, и ни разу, чтобы заповедали сжигать мертвых. Я все удивляюсь, вот военных хоронят, как Жукова, спалили его и нету. Амос 2.1. Так говорит Господь, за 3 преступления Маава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. Потому что он пережег. За это отвечать будете. Не пощажу, говорит Господь, который занимается этим. Склову сказать, Московская патриархия несколько лет назад приняла постановление, чтобы не занимались этим поганым делом. Иначе отпевать не будут. 1 Царств 13.11. «И услышали жители Ависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом». Какие жители? Кто они по национальности? «И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Явис, и сожгли их там. И взяли кости их, и погребли под дубом в Явисе, и постились 7 дней». Ничего не понятно. Почему сожгли? Чтобы врагам не попали в руки, так получается. 3 Царств 13.2. «И произнес жертвеннику слово Господне, и сказал, жертвенник, жертвенник». Нам говорят, а почему вы молитесь к кресту прямо? А вот почему? Крест – это жертвенник? «Так говорит Господь, вот родился сын дому Давидова, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». То есть это этим, которых священники, высоты у них считались, и кости сожжет, это поругание. Вот Нюрнбергский процесс был, и решение сразу, как только их повесили, а вешают как, они, секунда одна, чтобы боли не почувствовали, надевают петлю, и внизу сразу провал, и он летит вниз, и дергается за шею, и позвонок отрывает, и он даже не почувствовал боли, уже все, умер. Вот так теперь
душит. А раньше он болтался в судорогах, потом снимать там, ну. Четвертый царств, 23:16. «И взглянул Иосия, увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике. И осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И сказал он, оставьте его в покое, никто не трогайте костей его, пророка. И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии». Этого сохранили, значит, отношение такое, кости его. Ну, кости – это тело. Он костями назвал, а здесь сжег, это поругание. Вот приговорили в Нюрнбергском процессе и сразу сжечь и пепел развеять. Я говорю, вот лжедимитрий, сжигает и все. Вот, допустим, а то уж не знает, как над мертвым. Вот временное правительство, когда пришло, то раскопали, где похоронен Григорий Ефимович Распутин, и сожгли его. И Фаню Каплан стреляли, когда ее, говорит, сожгли в бочке. В бочке сожгли, чтобы ее даже праху не было. Это поругание. И тут поругание своим родным наносят. Тем более представлялись счетчики к телам, которые сжигают-то. И они давали реакцию, там повышение какое-то, там электроволны шли. Больно. Что им больно. Они уже раскаиваются, они кричат. Но ничего, Жукова сожгли. Военные почему-то сжигают. Валерия Новодворская, это вот с нее потекло-то, сколько сала там. Сожгли. Это я их, которых знаю. Вот сейчас Хворостовский. Зачем? Люди, которые так заповедуют, это неверующие, дескать, он пытается сказать, а меня не будет, я сожженный. Да еще пепел мой разделите пополам в Москве. Это Хворостовский говорит, Дмитрий. Другой в Красноярске. Какая честь. Как будто бы кто-то придет и скажет, он здесь. Нет его здесь. А пепел, а там, говорит, все сжигает. Никто чисто не выметает. Поэтому пепла там от разных-разных людей, от пьяниц, от бомжей, от кого угодно, и, может, от собак. 4 царств, 23, 20. «И заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сожег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим». Сожег, то есть нанес поругание им. 2 Паралипоменон, 34:5. «И кости жрецов сжег на жертвенниках их. Я очистил Иудею и Иерусалим». На не одном жертвеннике, а на жертвенниках. То есть кости сжигали. Вот Юлиан Отступник, чтобы не поклонялись люди, он взял кости Иоанна Крестителя и Елисея Пророка и сжег, думая нанести этим поругание. Иеремия 8:1. «В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости...» Видишь как? «Пророков и кости жителей Иерусалима из гробов их». Ну, там не кости лежат, но сотлели, очевидно, труп, только кости. Амос 6:10. «И возьмет их родственник их, или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома». А посмотри, вот как мусульмане относятся к своим. Вот когда заливали там, где на одном море, искусственном море, там Цемлянское водохранилище, везде. И мусульмане были. Они сразу же выкапывали специальные бочки, и там человек разложился. Ну, давно так там уже кости одни, а тут такая жижа, кисель. И они грузили в бочки, увозили дома и хоронили. Вот так. Мы хотели тут, я писал даже в военкомат, чтобы наш отец уехал во Фрунзе, там Воронцовка недалеко, и там его кости, там, чтобы привезти сюда в Потеряевку рядом с матерью, и, ну... Не, это не сделали. Военкомат не помог. Там в Варух 2:24. «Но мы не послушали гласа твоего, чтобы служить царю Вавилонскому». То есть, идите в плен. «И ты, Боже, исполнил слова твои, которые говорил через рабов твоих пророков, что вынесены будут кости царей наших и кости отцов наших из места своего. И вот они выброшены на дневной зной и ночной холод. А умерли они от злых болезней, от голода и меча, от меча и изгнания». То есть это явно дело, что кости вынесены, выброшены, это поругание вжившему тогда. Серахов 50, глава 17 стих, ну, может быть, 49-й, тут на одну главу разница в интернетной версии. «И не родился такой муж, как Иосиф, глава братьев, опора народа, и кости его были почтены». Как, выбросили их? Нет.
по пустыне 40 лет маялись, ходили, и, ну, конечно, поставлены были люди, которые эти мощи носили и носили. А что они осветились? Да нет, так же погибли, не вошли в обетованную страну. Бытие 23:6. «Послушай нас, Господин наш, ты князь посреди, Божий князь посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам, деньги. Сначала рассчитаюсь, тогда возьму. Бытие 47:29. «И пришло время Израилю умереть Иакову. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих, то есть о сынах, как говорит-то, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте». Спрашиваешь, а что такое под стегно? Ну, стегно это что-то, стеженая фуфайка, они на ней говорят. Да нет, под поясницу, а вернее сказать, под мошонку. То есть клянись потомством своим. Иосиф-то ему сказал, поклялся, клянись, а пришлось, что и в своих мещах заповедать. Но он заповедал, и они вынесли их. Бытие 47:30. «Дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». Бытие 55 стих. «Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю в гробе моем, которое я выкопал себе в земле Хананской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. Якова как хоронили. И фараон на это пошел. Он не сказал, а давайте его сейчас сожгите, да и все наоборот, бальзамировали, чтобы сохранить. Я не знал раньше, как оказывается, мозги они через ноздрю высасывали. Машин-то не было. И в левом, кажется, боку делали отверстие, откуда вы все внутренности вынимали из человека, и потом там селитрой чем протравливали. 4 Царь 9:10. «Иезавель же сидят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал пророк. Вот это означает, что крайнее отвержение не похоронят. Иеремия 8:2. «И раскидает их пред солнцем и луной, и пред всем воинством небесным, которых они любили, и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали, и которым поклонялись. Не уберут их и не похоронят, а они будут навозом на земле». Иеремия 16:4. «Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям полевым». Ну какое отношение? Господь даже мертвым телам угрожает. Иеремия 25:33. «И будут поражены Господом в тот день от конца земли до конца земли. Не будут оплаканы, не будут прибраны и похоронены. Навозом будут на лице земли». Иеремия 25:33. Это оно и то же. Лука 16:22. «И умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраама, умер и богач, и похоронили его, даже негодного похоронили, не сожгли». Деяния 5:6. «И встав, юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили Ананию». 5:10. «И вдруг она упала, Сапфира, у ног его, и спустила дух, и юноши, войдя, нашли ее мертвой, и вынеся, похоронили подле мужа ее». Не в несколько этажей, а подле. То есть земли было много. И похоронили. Они-то негодные. Согрешили, их убил Господь. 1 Маковейская 7:17. «Тела святых твоих и крови их пролили вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их». Похоронить. Давид 2:7. «И я плакал. Когда же зашло солнце, я пошел и выкопал могилу, похоронил его». То есть за это его преследовали. Давида 4:3. «И призвал его, сказал, сын мой, когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей, посчитай ее во все дни жизни твоей, делай угодное ей и не причиняй ей огорчения». Володя, слышишь? Да. Я наказываю Надежде Васильевне. «Похорони меня и не покидай матери своей, посчитай ее во все дни жизни твоей, делай угодное ей и не причиняй ей огорчения».
Итави 14:10. Я говорю, похорони меня прилично, и мать твою со мною. Это тебе уже наказы даю, братья, чтобы у меня Новый Завет лежал на груди заламинированный, несколько целлофановых мешочков обернутых, и на кресте там сделать так, чтобы вода не попадала, и написать, кто желает взять, возьмите от меня. Бодичан Дмитрий пишет, Игнатий, здравствуйте. А вы можете скинуть свой список фильмов, которые вы включаете детям в лагере? Или где можно поискать его? Я отвечаю, заходите на наш форум «Во свете Библии». И в общем поиске в рамку вставьте слово «фильм». Там много фильмов и разбор их содержания. Вот я даю. Рустам пишет мне, он ушел вроде бы. Что-то ты меня запер, как в черный список занес. Связи нет, и вдруг выходит, а мы молимся только о нем. Молимся, чтобы изменилась обстановка. А почему же на подобного существа, я там написал, вы думаете, если я сдерживал себя из-за того, что я христианин, а также из-за того, что гормоны бьют так сильно, что меняется голос и подкашиваются ноги, это означает то, что я женоподобный? Или потому, что у меня бороды практически нет? Забудь про эти гормоны. Ноги подкашиваются, все. Это или последствия греха, или беснования. Может быть, то и другое. Женоподобный по характеру. Одно слово сказали, все, всех друзей, все бросил, больше не знать себя не хочу. Это женоподобное. Где же муж? То мужчина называется. Муж, ты муж и сын должен быть. Или если бы я действовал по закону своего инстинкта, при этом зная, что мне за это ничего не будет, я бы вашему Игорю Дубунову отрезал бы уши за свое хамское поведение всего лишь навсего. То есть немного уши отрезал, то есть мусульманин. А если бы христианин был, такие слова уши, то зачем бы ты? Христианин ни один этого не напишет. Одумайся, Рустам. Кроме того, общество, стремящееся к Богу, не может держать таких хамов, как ваш Игорь. Ну, это мое мнение. Но и таких, как вы, оно не может держать. Игорь христианин. И что он сказал там? Не те интонации сказал, то заново прослушайте. Ничего там такого не было, из-за чего в панику впадать-то. Тем более покрывать такое хамское поведение с вашей стороны, это вдвойне ужасает. Это уже на меня, как говорится, бочку катит. А я не защищал, не выходил, ни слова не говорил. Откуда видно, что я защищал? Не, я не защищал, я неоднократно ему выговаривал за это. За это. Когда вот так начинает вести, это признак беснования. Не укротить ничего нельзя бывает. Но однако он со мной жил у меня на квартире за стенкой. 14 лет, каждый день сталкивались. И ничего, не разошлись по-хорошему. За друзей я абсолютно с вами согласен. Еще вы хотите назвать днем бедствия ваши же занятия по изучению Библии с толкованием? Смешно. Спасибо за ответ. У меня и в мыслях не было. Наши занятия днем бедствия. Видишь, какой свихнутый ум-то. Ты сам-то одумайся о себе. Что ты делаешь? Где ты это видел? Чтобы наши занятия... Я каждый раз в конце занятий благодарю Бога. Игнатий Тихонович, здравствуйте. А можно еще апперкотом за штахетник? Да, не обиделся я в среду, тем более обижаться мне не на что было. Я просто был в шоке, когда шел диалог между Игорем Дыбуновым и Сергеем Ильиным, в результате которого Игорь чуть ли не кричал в ходе беседы. Не чуть ли, кричал. Ну и что из этого? Они уже схватывались с Сергеем Ильиным. Игорю я говорил об этом. Дальше что? Игоря в отвал? Ты его не приобретал. Почему Иоанн Златоуст говорит, что если человек безразличен, то он ничего не получит от Бога. Поэтому и гнев человека заложен от Бога. Как упомянуть? Он реагирует именно так. Вот. Диалог. А ты зачем в него не вмешался? Пса хватает за уши, кто вмешивается в чужую ссору. Они между собой договорятся, а ты выскочил от отдела. Ну, тебе, говорится, их хлобыснули, и все, а не лезь. Значит, покусали тебя собаки. Ну, неправильно это, я думаю, по меньшей мере, как от православного христианина. Тебе думать не надо, ты сидел бы, помалкивал. Обдумать-то не успел, прям тут же на ходу и вылезешь. Вот твой характер тут и вылез. Благодаря Игорю Дубунову ты особенно его должен любить, Рустам. Кабы не он, ты бы и не знал, какие рога у тебя. Другое дело, что я резко высказался по поводу Игоря, это да. Не мне судить, тем более, что я его хорошо не знаю. Не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. Вот и примени к себе. Только что горькая текла, а теперь сладкая.
Во всяком случае, на данный момент совесть моя хочет, чтобы я извинился перед вами, Игорем Дыбуновым и всей вашей общиной. Простите меня грешного, изнеженного и гордого. Ну вот видишь, как бы не Игорь, ты бы не знал, какой ты есть. Игорь тебя вытащил-то. Ты сам на себя посмотри, гормоны. Слово гормоны забудь, ноги подкашиваются. Как на грех идти, на блуд или куда-то на разбой люди идут. Ноги не подкашиваются ни у кого. Ноги подкашиваются, гормоны. Гармонь-то эту выбрось. Слова какие-то находят. Да вот это физиологическое, это духовно, от духовного. У меня знакомая одна, врачей все время вызывает. Ни один врач болезни не найдет. Пришел верующий, осмотрел. Нет, говорит, у нее духовное. Вот и все. А я его лизоблюдом называл, ай-яй-яй, сколько я дров-то нарубила, Вот это хорошие слова у тебя, головой покрути еще раз там. Отвечаю, я ему тут же сразу, есть русская пословица, наплевать да и забыть. Ты, дорогой мой Рустам, как маленький ребенок, какие-то обиды, разборки, да ничего же и не было просто, не было, ничего не было. Видно, что ты по-настоящему еще не был бит и мят. Молись усерднее и постись усерднее, и дух лукавый попятится. Зачем же его тешить? Это искушение, которое такое малюсенькое, и уже не выдержали. Мужайся, то ли еще будет. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. То есть Бог-то знает. Вот еще искушение-то какое. С Богом, я отвечаю ему. Юрий Соболев. Интересно бы был ваш комментарий, Игнатий Тихонович. Папа Римский хочет изменить слова в молитве. Опять мне говорят, вот папа смеется, бритый. Ну на кого похож-то? Колпачок этот на голове надетый. Еврейскую эту тюбетейку надели-то. Зачем это? Танзуру прикрыть? По мнению понтифика, исходя из переводов, ну, дальше это у нас уже было, я прямо оттуда это взял. Я отвечаю, Юрий, я уже сегодня отвечал на этот вопрос с утра по интернету, надо найти его. Искушение двух родов. И далее я там все опять повторил, подал. Но вот сейчас Сергей Александрович Новиков продолжает работать. Он закончил по Златоусту. По Библии. Библию разбил. Аудио мной начитано. Я ее сейчас выставляю каждый день. По одному ролику. Хотя бы по полчаса. Златоуста и архипелаг ГУЛАГ. Он сейчас занялся добротолюбием. И вот 40... Первый том разбил на 40. Ну и второй там почти что так же. Вот я показываю, где. Можно сунуть сюда руку-то и найти. Нажать Ctrl, а нажать на это, да найти. И все, первый том. Евгения Тарапко пишет, это за 8-е, сегодня 9-е. В августе 1801 года в городе Чарльстоне, США, собрался Верховный Совет Мира, название Верховный Совет Мира, состоящий из 11 главных масонов, Верховного Первосвященника и 10 старцев, величайших светильников мира, как они сами себя называли, душой и телом преданных самому главному светильнику, в кавычках, Люциферу, Сатане. Это он пишет из Израиля. Только что принял крещение в Русской Православной Зарубежной Церкви. На этом собрании масонов-сатанистов была принята программа организации колхоза. Понимаете, что? Организация чего? Заложить Днепрогэс? Ну? Обское водохранилище? Бомб построить? Нет. Организация трех мировых войн. Разработана, надо полагать, не без подсказки адского куратора. Верховным патриархом всемирного масонства, то есть председателем Верховного Совета, евреем Альбертом Пайком. Первая мировая война, согласно этому письму, должна быть спровоцирована для того, чтобы поставить царскую Россию под контроль масонов. То есть знали, что царь, я полковник, я солдат до гробовой доски, так вот ушел до гробовой доской-то. Следовало не спровергнуть в России царя и затем использовать ее в качестве пугала для того, чтобы решать задачи, стоящие перед масонами. То есть и вам тоже будет
Муаддар Каддафи, куда идет Саддам Хусейн. То есть это все оттуда идет. Лучше они сделали в Ливии. Лучше в Ираке. Ничего подобного. При нем бы там никакой ИГИЛ не был. Третья мировая война должна в соответствии с этим планом, вторая мировая война должна была через манипуляцию немецкими националистами и политическими сионистами создать всеобщий раскол во мнениях и привести к созданию в Палестине государства Израиль. И Гитлер этих попускал. Лучше всего, говорит, в Освенциме, где они были, евреям было. У них и театр был, и газета. Все газеты закрыты, кроме еврейской. Сегодня это вопрос. Вот представьте, журнал «Огонек», «Советская власть», Виталий Коротич, главный редактор журнала «Огонек». И выходит статья «Гитлер-основатель Израиля». Гитлер-основатель Израиля. Не то, что там Герцль придумал, пришел, это уже исполнители. Гитлер. Третья мировая война должна в соответствии с этим планом начаться из-за расхождения во взглядах, вызванных масонами между сионистами и арабами. Планировалось распространение этого ближневосточного конфликта на весь мир. Вот сейчас там в Иерусалиме переносят посольство американцы, советские не против, русские. Это Третья мировая война по масонскому рассуждению. Евтушенко Сергей, однако получается красиво. Россия прыгнула в поезд, идущий на фронт, то есть в Сирию. Роман Фроликов. Ответ баптистов на ролик православных и ответ православного священника на ответ баптистов на ролик православных показывает где. Ривка. Еще раз пересмотрела фильм к 500-летию реформации и ответ баптиста. Прочитала некоторые комментарии под видео и, честно говоря, руки опускаются. От этой железобетонной стены ереси и сектантство. Ну, девчонка дает. Думаю, не понимаю, как мое мышление могло так развернуться. Скажи мне лет 5 назад, что над кроватью будет висеть крест, а в воскресенье буду в храме православном. Даже невозможно. Только слава Господу, направляющему шаги человека, открывающему глаза слепым, исправляющему хромлющих. А увлечена чем была? Ну, мессианскими евреями, она не скрывает. Евтушенко Сергей, воистину только Господь творит такие великие чудеса. Сам раньше встречался с чудесами в православии-то, но когда в один миг Господь развернул меня к себе, я просто был ошеломлен. Вот чудо так чудо. Слава Господу Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу с Отцом и Святым Духом во веки. Аминь. Батюшан Дмитрий, Игнатий, приветствую. Любому просящему тебя не отказывай. И у того, кто присвоил полученное от тебя, не требуй возврата. Как вы это понимаете? Получается, любой человек с улицы может у меня просить все, что ему вздумается. А если это родственник, и он не работает, но просит деньги на ребенка, и говорит, нет работы, к примеру. Вот вопрос для всех. Ну, он обращает он ко мне, я бы сейчас вот ответил. Ну, проще всего, как понимать-то? Каким путем? Когда по решению суда или первой встречной? Тут пояснение этого блаженного Феофилакта надо искать. Иоанна Златоуста. Поработайте сами. Сергей Игнатов. Мир вам и Божье благословение. Какие чудные слова приветствия мы считаем в посланиях апостолов. Когда я, будучи в юности атеистом, сказал матери, что поверю в Бога тогда, когда увижу чудо, то в 30 лет оно произошло. Я вновь, как в детстве, обрел православную веру. А созревать начал под влиянием Слова Божия, по толкованию святых отцов, через нашего наставника, исповедника православной веры. Аминь. И вот пишет мне один. Дорогой Игнатий Тихонович, мир вам. Слава Богу, что необходимую информацию для перечисления денег за книги вчера получил и сегодня, то есть 8 декабря 2017 года, на вашу электронную пластиковую карточку под номером таким-то, сумма операции 17 500 рублей, комиссия 175, то есть процент 1, платеж исполнен. Свои координаты, домашний адрес я отправлял вам дважды ранее, в том числе 4 ноября текущего года. То есть, ну, я адреса выбросил. В связи с этим хотелось бы попросить вас еще раз об отправлении мне 13 экземпляров книг к истинному православию. 13 книг. И по 3 экземпляра книг трехтомника «Толкование Нового Завета» блаженного Феофилакта.
после получения вами денежных средств посылку прошу отправить мне. Адрес получателя получения подтверждаю именно. Тетюшев Александру Кузьмичу. Для сведения, мой телефон домашний. Я выбросил это все. Если что не хватит, то убавьте, пожалуйста, на необходимое число экземпляры книг к истинному православию. А позже тогда попрошу вас выслать недостающее количество экземпляров книг еще раз. Ну, я посчитал, посмотрел. Ну, ладно, сойдет. Заранее благодарю и обнимаю всем сердцем вас и отца Якима за истинное Христово пастырство, а также всех братьев и сестер общины за проповедь Евангелия. Личным примером своей жизни и благовестием радости о нашем Спасителе и православной вере. Игнатий Ильич, пожалуйста, проверьте поступление вышеуказанной суммы денег на электронную вашу карту под номером 8. Деньги должны были дойти до вас сразу, так как данная денежная сумма была отправлена с карты на карту сегодня по Сбербанку онлайн, банкомат такой-то. Платеж был сразу исполнен. Очень бы хотелось надеяться на ваше понимание и нестерпимое желание получения вашей посылки со всем этим несметным вашим богатством до Нового года. На Новый год я хочу поехать к своему духовнику отцу Василию во Владимир. Ему 82 года. Думаю, что этим подарком от вас немало его порадую. Спасибо всех нас, Христос, дорогие во Христе мои братья и сестры. Прошу ваших святых молитв обо мне грешном Александре. Спаси Христос. Александр Тетюшев, город Бугуруслан, Оренбургская область. Сергей Перепелкин. Игнатий Тихонович, подпишите, пожалуйста, книгу, которую можно по желаниям. Сергей Перепелкин. Я сразу же отвечаю. Вы уже отправили. Надо было это сразу сказать. Мы в один день все выполняем. 8. Сергей Перепелкин. Слава Иисусу Христу. Бывает Курицын, Петухов, Журавлев. Тоже птичьи фамилии какие. Отвечаю. Отследить отправление можно на сайте. Почта.ру. По номеру почтового идентификатора 656-30-171-518-55. Срок предъявления претензий 6 месяцев. Сергей Перепелкин. Хорошо, взял на контроль. Вот так, подойди сюда кто-нибудь. На, возьми у меня вот эту, я отключу ее. Вот так вот показать, что у нас есть. Вот на кровати пройди. Это вот Тетюшева. Вот лежат. Вот показать. Смотрите, как они выглядят с этой стороны. Закладки какие. Вот они. Ну и вот теперь отсюда показать с обратной стороны, чтобы не отсвечивало, как. Посмотри. Угу. Три тома по 752 страницы. Вот второй. Покажи. Вот третий. Три комплекта. Ну и вот к истинному православию 13 книг. Вот. Я 40 лет собирал на него материал. Посмотрите, как оформлено, какой китурный лист. Я сейчас, она еще так форзацию прилипла. Даже вон как, видишь как? Даже буквы, это особый художник был. Куц Игорь, смотри как сделал. Ну и это меньше, но здесь много-много заголовков. О чем здесь речь идет? Главное оглавление, сейчас я покажу. Вот. Посмотри оглавление, пройдись по ним. Угу. Все. Вот. Ну и вот, пожалуйста, смотри, вот лежат, чтобы видно было, 13. Ну и попутно два святых Евангелия. Евангелия эти очень хорошие, красенькие. Вот они какие. Евангелие. И они изданы крупным шрифтом. Такой замечательный текст. Вот оно как. И удобно пользоваться. Мало того, здесь еще и напечатали, что это по благословению патриарха Кирилла. Вот оно. Тогда никто не привяжется. Так что закон яровой на нас, ну, отрицательно никак не действует. Ну вот книги там он все. Покажи, обведи. Вот так. Давай сюда не выключай. Там посмотри. Не выключай только. Что посмотреть? Вот сюда поставь.
Я еще покажу наши ресурсы. Видите, сколько много. Это за один день. За один день здесь показано. Вот. Вот мой мир. Я люблю эту систему. Очень хорошая. Мой мир. Я переношу сюда все, что выставляется. Вот сюда вышло. Сегодня у меня вчера 12 роликов утром выставил. Сегодня 11. Обычно по 10. Ну так. Встаю сегодня, я встал в 2 часа с чем-то. И все. А в 4:40 уже братья встали. И успел я все-таки почту разобрать. И вот у нас еще есть. Вот где я в шапке, вот это вот. Сюда можно заходить, писать, очень удобно. Лучшая система, ни с какими контактами, твиттерами, фейсбуками даже нельзя сравнить. Но как было в начале, они уменьшили ее раз в 100. Можно было посылать на 10 тысяч. Только счет щелкнул, и, пожалуйста, 12 фотографий одновременно уходило. 5 тысяч знаков. Ну, все это обрезали, видимо, люди безобразничали. Вот. Еще у нас есть форум. Вот этот форум большой. Большой. 1600 тем. Посещаемость очень маленькая. Маленькая для такого форума. Ну, где-то около 300 рядом колеблется. То 270, то 330. Никак. Но вот идет в течение, кажется, уже ну, больше полгода. Ни одного отзыва нету. Почему? В полноте дается. И видео здесь, если говорится, патриарх. Только открой все, где патриарх ездит, что говорил, все здесь есть. Мусульманцы там все. И вот это наш православный видеоканал «Открытым оком» во свете Библии. Вот я выставил его. И показать, как, что занятие по изучению. Ну, это Библии. 37. Златоуст всего 7. А во второзаконе тут с Рустамом беседуем 56. А ремонт печки 113, 2 часа назад. 2 часа назад. Ремонт печки 70, ну помаленьку есть. И 60-41 события дня. Ну и во свете Библии большой сайт. Здесь вопросы и ответы главное. Сейчас Господь дал, послал мне двух тружеников, вот звук и видео, и они над ними работают. Архипелаг ГУЛАГ я снял, Библию Новиков Сергей Александрович обрабатывает, работает над этим. Вот. Яна Златоуста тоже мне тут помогли, Крючков Андрей в Америке. Тоже его перетащил, теперь уже отсылаю в администрацию и будут ставить каждый день. А я замки только буду снимать. И теперь добротолюбие этой книгой занялись. Сергей Евтушенко помогал. Помогал, не знаю, сейчас что-то работает. Я говорю, что еще нужно. Вот эти внизу интервью. Златоуста, тут все это сделать как аудио, видео. Это я не умею. И Бог, я их не знал, людей, они сами пришли. Сами. Но на сегодня пока хватит.